Неповторимый и увлекательный мир технологий здесь открыли для детей. Интерактивные образовательные стенды, десятки робоконструкторов, стильная мебель. Такой подарок 12-й школе сделали ко Дню учителя. Это часть программы «Делаем мир лучше» холдинга «ЦемРОС». Привлечь внимание хотим детей, начиная с детского возраста, к профессии цементник, чтобы в будущем, возможно, школьники поступали к нам на работу. Мы обучим, поможем получить профессию, получить знания, опыт. Я уверен, что интересно проводить занятия будет не только самим детям, но и нашим дорогим учителям. Чтобы глаза горели и у детей, и у учителей. Ребята будут знакомиться с технологией производства цемента, узнавать, какие существуют отраслевые профессии, в каких вузах и СУЗах региона обучат производственным специальностям. Образование 21 века шагнуло далеко вперед, и сегодня наши школьники уже постигают многие азы инженерной специальности практически в стенах школы. Занятия по робототехнике – это максимум практики. Инженерный класс – полноценная лаборатория. Работают ученики с наборами на базе Arduino, с помощью которых даже самые юные получат навыки разработки умных устройств. Мы, как компания, которая смотрит в будущее, уже сейчас в настоящем идет в ногу со временем. Конечно же, хотим, чтобы наше будущее поколение уже сейчас овладевало этими знаниями, применяло их в своей жизни в дальнейшем, определялось с выбором своего дальнейшего пути. Мои дети в этом году поступили в первый класс 12-й школы, окончив детский сад «Семицветик» номер 41. Мне, к сожалению, они не успели позаниматься в профориентационной группе в детском саду, но я уверена, что они наверстают упущенное на базе школы. Увлекать и заинтересовывать техническими новинками будут и воспитанников детского сада «Семицветик». Здесь открылась единственная в городе профориентационная группа. Для ребят – лего-столы, наборы для конструирования и цифровая панель. Занятие будет проводить молодой специалист, которая прошла обучение по робототехнике и конструированию и уже готова приступить к своим новым обязанностям. Появление таких пространств в образовательных организациях – важная часть реализации соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между «Осколцементом», правительством Белгородской области и администрацией Староскольского округа. До конца 2025 года холдинг «ЦемРОС» инвестирует в развитие муниципалитета 48 миллионов рублей. Оксана Черных, Денис Копач. Такой день на Мире Белогорья.